Если нравится, то будем здесь выживать. Поставьте лайк этому видео. Если мы соберем много лайков, то мы останемся в этом месте и будем здесь выживать. Такие, смотрите, лес. Интересные деревья растут. А ну-ка, давайте пойдем посмотрим. Может, найдем что-то еще интереснее. Вот, смотрите. Да, давайте спустимся под воду. Посмотрим, что здесь. Ага, может быть, здесь какая-нибудь акула плавает? Водоросли, смотри. Много-много водорослей. А интересно, в Майнкрафте есть акула или нет еще пока акул? Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и я с вами Нубик. И, ребята, знаете что? Я хотел вам показать очень интересную страну в Майнкрафте нашел. Смотрите, какие милые черепашки. Куда они ползут, интересно? Ребята, вы куда ползете? Алло. Смотрите, где мы находимся. Сейчас я вам покажу. Мы находимся примерно... Вау, нифига, куда это я попал? Это у нас что, лед? Нет, ребята. Смотрите, я думал, это... я пришел до конец карты. Конец карты. Вы знаете, что такое конец карты? Я думал, это конец карты, потому что здесь, смотри, вода такой стеной стоит. Опа! Видал, я повернул сюда и попал в такое сказочное место. Ух ты! Море, океан. А здесь, ребята, суша. Интересно, да? А вон, смотри, рыбки плавают. Давайте посмотрим. Вот рыбки, смотри. Я их могу ловить руками. Буквально. Вот так вот. Граница двух миров. Здесь вода, здесь можно купаться. А здесь земля. Здесь я не знаю, что можно делать. Так, ты что такое валяется? Какие-то... А кто там, смотри? Лошадка, что ли? Давай поближе подойдем. Точно. А, да, это лошадка. А это как корова. Привет, корова, как дела у тебя? Ти, это, птичка. Петушок, курочка, иди сюда. Ладно, курочка побежала куда-то. Вот здесь можно, ребята, выживать, как вы считаете? Нравится такое место? Если нравится, то будем здесь выживать. Поставьте лайк этому видео. Если мы соберем много лайков, то мы останемся в этом месте и будем здесь выживать. Такие, смотрите, лес. Интересные деревья растут. А ну-ка, давайте пойдем посмотрим. Может, найдем что-то еще интереснее. Вот, смотрите, гора, как разрез горы. Нифига себе. Какое-то окошко. А, отсюда бежит вода, ребята. С этого окошка. Понятно. Давайте заберемся повыше. Посмотрим, что у нас здесь наверху. А наверху у нас здесь уже облака. Деревья. На деревьях и сидят белочки. Ага. Такая большая-большая планета. Сейчас мы ее, ребятушки, с вами обследуем. Красивая карта. Что у нас здесь еще? Ух ты, какая река, смотри. Она откуда течет и куда? Наверное, куда-нибудь в океан бежит. Давайте последим. А это, наверное, пустыня начинается. А нет. Непонятно, что какие-то горы высокие. Сейчас поднимемся, посмотрим, что... смотри, это лед, это снег. Очень много снега, ребята. Вот еще какая-то гора большая. Давайте туда поднимемся, к этой горе, посмотрим, что тут. Может, тоже карта обрывается? Нет. Посмотрим, что еще тут есть интересного. Тоже какая-то карта. Так, смотрим. Ух, нифига, какая она уходящая вниз. Опа. Так, ну, в принципе, нету никого. Животных нет, нету людей. Жителей нету, и как бы я еще ни разу не встречал никакую деревню. Вот такая, ребята, карта. Деревья растут. Интересно, такие зелененькие, я не знаю, что это за деревья такие. Ладно, давайте отправимся дальше. Может быть, нам все-таки удастся найти деревню какую-нибудь. Смотри, как река спадает вниз, да?
Давайте пойдем по руслу реки. Отправимся. Ух ты! Опять эта стена с водой. Опа. Фига здесь. Интересно, ребята, да? Вода бежит. Так, смотрим. Вон рыбки плавают. Но здесь ночь какая-то. Привет, рыбки. Можно их словить. Нет, они что-то не ловятся. А давайте здесь поныряем, поплаваем. Что здесь интересного есть? В океане. Какие-то острова. А, ледяные острова, ребята, это лед. Ну, лед и снег. Мы можем его вот так вот побить. Интересно, есть ли здесь мишки, медведи? Сейчас поищем, посмотрим. Вдруг найдем белого медведя, ребята. Но, кажется, здесь никого нет. Это какой-то северный полюс. Слушай, точно. Мы, ребята, на северном полюсе. Сейчас поищем. Ух ты, смотри, как интересно сделано, да? Аркой. Угу, ладно. Пойдем дальше. Вот такой вот северный полюс. А что интересно за северным полюсом есть? Может быть, какие-нибудь величественные большие горы? Солнце, смотри, в Майнкрафте оно обычно квадратное, а здесь оно круглое. Ага. Так, это у нас получается океан, ребята. О, какая-то зеленая вода пошла, смотри, интересно, да? Так, отправляемся дальше. Что-то я берега не вижу. Это какой-то океан, огромный-огромный океан. Давайте повыше поднимемся, посмотрим, что у нас свысока здесь. Да, какой большой-большой, ребятушки, океан. Интересно. Ну, вроде бы суши нет. А вот луна у нас, а вот солнце, смотри. Да, давайте спустимся под воду. Посмотрим, что здесь. Ага, может быть, здесь какая-нибудь акула плавает? Водоросли, смотри. Много-много водорослей. А интересно, в Майнкрафте есть акула или нет еще пока акул? Давайте спустимся поглубже. Здесь какие-то растения интересные. Вот это подводный мир, ребята. Если нравится, ставь лайк, чтобы я видел. Да, и обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать новые видео. Смотрите, кто-нибудь видел закат под водой? Как же это красиво. Подводный закат. Офигеть, круто. Давайте поднимемся, посмотрим. О, смотри, какая красота. А вон луна встает. А здесь солнце заходит. Интересно. Солнышко заходит. А ну-ка, успеем? Нет? Пока она не зайдет. Нет, ребята, мы не успеваем с такой скоростью большой мчаться, чтобы до Луны дойти. А-а, все, до Солнца, то есть. Вот Луна у нас большая. Так, и смотрите, под водой стало немножко темнее, чем обычно. А вот, ребята, это же осьминожки. Давайте до них доплывем, до осьминожек. Вот, смотри, осьминожка плавает. И рыбки рядышком тоже плавают. Вот он какой осьминог, смотри, большой. Куда он уплыл? А вон, смотри, рядом друг его плавает. А вдвоем они плавают посредине океана. Интересно, им тут не одиноко? Ну, а что здесь им одиноко? У них, смотри, какой богатый подводный мир. Вон рыбки где-то плавали, а вон они, рыбки плавают. Да, вообще нормально. Красота. Я так считаю. А вот у нас, ребята, смотрите, какое небо. Звездное. Луна и звезды. Интересно сделана луна. Такая с пятнами, да? Как на небосводе. Белые пятна. О, солнце зашло. Так, что у нас здесь, ребятушки, с сушей? Где же у нас здесь суша?
А здесь какой-то цвет интересный другой. Это дно, видишь? Дно немножко другим цветом, и вода становится такой бирюзовой. Давай спустимся, поплаваем. Такой бирюзовой-бирюзовой голубой воде. Нифига себе. Какая красота, космос целый. Ага. Давайте поднимемся. Да, что-то это, кстати, суши нету, да? Ну, что-то уже давно мы с вами плаваем. Ух ты, ребята, это же подводные кораллы, да? Да, точно. Сейчас спустимся вниз и посмотрим, что здесь такое. Подводное царство. О, это коралловый риф, ребята. Какой он красивый. Всякие кораллы, всякие водоросли растут. Смотри, рыбка какая интересная. А, прям как мультик, смотри, слушай, в натуре. Интересно очень. А это что такое за колбочки? Ребята, вы знаете, как это называется? Такие колбочки цветут. Интересно. Ой, они светились, а я их щелкнул, представляешь? Ага, давай еще посмотрим. Вон тоже эти колбочки, они светятся, офигеть. А что у нас здесь? О, пираньи, пираньи, да? Это пираньи же? Стая пираньи, ребята. Нифига, они меня, интересно, не покусают? Вот такие рыбки. А что у нас там дальше? Дождь пошел, смотри. На улице пошел дождь. Офигеть. А что у нас? А где луна? Я что-то не понял. Луны нету. А вот, смотрите, нашел я остров. Остров продолжается здесь. Да. А здесь сколько коралловый риф, какой большой. Офигеть. Как все ярко, красиво. Ага, красивенько, красивенько. Давайте поплаваем немножко, посмотрим. А вон деревья, как будто, смотри, деревья в воде стоят. Но на самом деле здесь, ребята, стена. О! О! Огурец, иди отсюда. Тут, смотри, сколько живности много. Ходят зомбаки. Всякие вот эти вот пауки. Да, очень много огурцов здесь сидят. Огурцы, привет. Что у вас, ночь? Огурцы очень любят, когда идет дождь. Вот. А может, не любят. Интересно. А это что такое красное? Коралл какой-то. О, водичка. Вам нужна водичка здесь? Такое небольшое озерцо я им сделал. Ну что ж, вот такой вот мир, ребята. Если нравится, то можно здесь будет повыживать. Так что обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а мы на этом будем заканчивать серию. Всем пока-пока.